Теперь твой долг, теперь твой...
жизни просто не для нас, прислугой вашей нам не быть. Пусть мы погибнем в свой последний час, но нашу волю не сломить. И знайте, что он бессмертен, пока я жива, вам было не дано понять несчастным. Тогда я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели на то, что будет на экране, а я к вам скоро вернусь.